člověka vypadá o politické nadělení. Все равно Бог на нашей стороне. И столько они не отсидят, я надеюсь. То есть будет какое-то решение, какое-то вмешательство? Да, извне. Я надеюсь. Что, в общем-то, ситуация может измениться. Да. Вы рассчитываете на что? Что это я будет какой-то внешний фактор? На может быть, помощь Евросоюза, что все-таки окажут какое-то давление, воздействие и вразумят нашу власть. И в конце концов все узники политические будут отпущены, включая и моего сына.